Привет, народ, с вами Фуар, и сегодня я решил сделать небольшой топ по вселенной Наруто. Для тех, кто не в курсе, я сделал небольшой опрос на тему, какой же Сусано вам больше всего нравится. Да-да, вы не ослышались. Сегодня мы говорим о вкусах, но не беспокойтесь, я постараюсь рассказать вам коротко и ясно о характеристиках каждого номинанта этого топа. Ладно, не будем зря тратить время, а сразу перейдем к топу. Поехали! Открывает наш топ и занимает почетное 6-е место Индра из клана Отсуцуки. Специально для тех, кто еще не успел прочитать мангу, я скажу вкратце, что он был первым сыном Рикудо Синина, который унаследовал силу своего отца, а именно глаза, сильную чакру, духовную энергию. Индра является прародителем клана Учиха, который смог пробудить Мангекё Шаринган, а также был первым обладателем Сусано, который позднее смог овладеть этой техникой в совершенстве, стабилизировав ее в полную форму. К сожалению, информации об Индре очень мало, поэтому в манге была показана лишь версия его совершенного Сусано в стабильной форме. Ну а мы идем дальше. 5-е место занимает шиноби из деревни Скрытого Листа, член клана Учиха, а также лучший друг Итачи, Шисуи Учиха. Первое, что я хочу отметить, это то, что Шисуи смог вызвать Сусано при помощи одного глаза. Второй глаз забрал Данзо, но это не помешало Шисуи вызвать свое Сусано. Оно было зеленого цвета, а в руках она держала копиподобный меч. Сусано было незавершенное, то есть еще можно было его развить. И благодаря этой технике Шисуи избежал смерти, а перед смертью Шисуи отдал свой глаз Итачи для того, чтобы он использовал этот глаз для защиты деревни, потому что понимал, что возможно в будущем Саски станет угрозой для деревни. 4-е место занимает Учиха Мадара. Вот это поворот! Да-да, мне тоже кажется это довольно странным. Ведь это же Учиха Мадара! Кумир школоты! Шучу. На самом деле, я не жалею то, что составил топ по результатам голосования в своей группе. А иначе бы, если я составил свой личный топ, то недовольных было бы, соответственно, больше. Окей, если вы хотите решить исход следующего топа, то вступайте в мою группу ВКонтакте. Итак, что можно сказать о Сусано Мадаре? Ну, во-первых, он, как и Индра, владел этой техникой в совершенстве. И мы с каждой серией или главой понимали, насколько же это крутая техника. Ведь, по словам Мадары, мощь совершенного Сусано сравнима с силой Биджу. Кстати, о Биджу. Мадара использовал способность Сусано в качестве доспеха для Курамы, когда сражался с Хаширамой. Кроме того, стоит вспомнить битву у Мадары и Альянса Шиноби, когда он складывал печати в режиме Сусано. Ну и, конечно, бой против пятерки Каги. Это просто без комментариев, это нужно видеть, а не спойлерить. И думаю, что пора уже переходить к следующему месту. 3-е место занимает Хатаки Какаши, более известный как копирующий ниндзя Скрытого Листа. И хоть он не был из клана Учиха, но Шаринган он свой получил от своего друга детства Обита. Рассказывать эту историю, как Какаши получил свой Шаринган, я не вижу смысла, потому что это займет достаточно много времени, но вы всегда можете посмотреть аниме или прочитать мангу. Все-таки у нас видео топ, а не история персонажей. Однако нашлись люди, которые продолжают утверждать то, что у Какаши нету Сусано. Интересно, откуда такие знания? Или может вы просто не читали финальные главы манги? Да-да, у Какаши будет Сусано, не без помощи Обита, который пожертвует своей жизнью и отдаст старому другу 2 Мангекё. Какаши сразу пробудит совершенное Сусано, в арсенале которого будет меч и особые сюрикены, объединенные силой Камуи, благодаря которой они могут поглощать любую цель, другое измерение вместе с собой при попадании. Также это Сусано способно летать, как у Саски, ну а про цвет ничего не говорится, а это значит, что мы идем дальше. 2-е место занимает Саски Учиха, и сразу хочу отметить тот факт, что в манге Сусано имеет синий цвет, а в аниме фиолетовый. С каждой новой схваткой Саски совершенствует эту технику, а значит форма Сусано меняется, и меняется его арсенал. Например, в его арсенале имеется огромный лук, а также меч. Очень интересной особенностью этого Сусано являются эмоции Саски. Если Саски испытывает
усиливает гнев, то Сусаноо увеличивается в размерах. Как и Мадара, Саски может покрыть тело Курамы доспехами из Сусаноо, а также его Сусаноо умеет парить в воздухе, ну или летать. Уже когда Саски получит Ринниган, он сможет овладеть Сусаноо в совершенстве, то он с огромной легкостью может разрушить метеориты, созданные с помощью техники Чибаку Тенсей. Но самой интересной фишкой этого Сусаноо, я считаю, возможность блокировать свет от Муген Цукиёми и тем самым защитить товарищей от подобного гиндзюцу. И конечно, я могу и дальше перечислять интересные способности этого Сусаноо, но как говорится, краткость сестра таланта, а значит, мы переходим к первому месту. Первое место занимает Итачи Учиха. Чё-то я совсем не удивлен. Окей, все нормально. На самом деле я не люблю устраивать опросы на тему фандомов. Так или иначе победит Наруто. Я не буду говорить почему. Но в данный момент у нас идет опрос по фандому Наруто. И победителем является Итачи Учиха. Его историю рассказывать смысла нету, потому что ее все знают. Это местный гений из Конохи. А если вкратце, просто Иисус. И сейчас многие зрители спросят, почему же Итачи занял первое место? Потому что Итачи! Нет, потому что Итачи владеет двумя артефактами, которые оказались у него по неизвестным причинам. Первое – это меч Тоцука но Цуруги, очень сильный меч, который способен запечатывать врага в вечном гиндзюцу. Второе – это щит Ято но Кагами, щит со способностью отражать все основные атаки. И по словам Зетсу, эти артефакты делают Сусаноо Итачи непобедимым. И знаете, я думаю, что этих факторов вполне достаточно, чтобы Итачи занял заслуженно первое место. Потому что если Итачи был жив, то кто знает, что бы он еще мог такое отчебучить. Шучу. На самом деле он сразу бы убил Зетсу и остальных ребят. А может и нет. Ах, да. Еще один интересный момент. В манге Сусаноо Итачи имеет золотой цвет, а в аниме красный. И в заключение хочется сказать огромное спасибо всем администраторам группы, которые разместили этот опрос. Ну и конечно же спасибо людям, которые просто репостнули к себе на стену, дабы ускорить процесс выхода этого топа. Ну и конечно же вам, зрители, которые голосовали и смотрели этот топ. Ну а с вами был Фуар. И если вам понравился ролик, то поддержите его лайком, чтобы ускорить процесс выхода новых роликов. А чтобы не пропустить, подпишитесь на мой канал. А также советую подписаться на паблик, где вы сможете задать вопрос персонажу Наруто или попытать свои силы в борьбе за право отвечать одному из них. Наруто Аск, ссылка в описании. Всем пока!